Итак, здравствуйте. Мы будем делать сегодня зайчика. Берем помидорку. И это мой, это будет твой зайчик. И разрезаем его. На части. Вырезаем вот тут такой треугольничек. Вот видите, вот такой должен быть треугольничек. Мам, тут такой треугольничек. Мам, покажи, давай. Вот такой. Это сюда откладываем. Сюда. И тебе буду делать, да? Мама. Параллельно. Мама. А как это делать? Сайку, как делать? Ну вот мы делаем. Вырезаем треугольничек. Вот я вырезаю треугольничек. Смотри. Так, дальше. Мама, как делать зайку? Мама, как делать зайку? Мы как? Делаем зайку. Ну, а как его деть? Мама, вот смотри, дальше разрезаем. Я тебе показываю. Это будут его уши. Уши? Какие уши? Уши зайчи. Вот так раскрываем. И выгребаем, мама, отсюда внутренности. Да, будут кушать помидоры. Мы вырезаем отсюда. Вот смотрите. Вот эти штуки. Получатся у нас такие красивые уши. Сумка падает все равно. Да. Но я не могу как их поставить, прижить. Лучше, что будет спать. Здесь так, это удобно. Так, ладно, мы вот сделаем, мы оторвем, не будем делать слитного зайку, да? Всегда не слипного. Вот сделаем вот такие уши ему. Мама, еще пережал. Подожди, смотри, сейчас мы покажем, как мы положили. Смотрите. Да, вот уши есть там у него. Помидорчик один кверху. Тебе будем делать зайца? О, да, конечно. Из чего мы будем делать глаза? Из огурца. Из огурца. Ты что делаешь? Вытираешь стол пока. Ложим такие пока глаза. Давай сделаем ему зрачки красивые. Берем, что это я взяла? Глазечки. Что я взяла, посмотри. Слива. Это не слива. Это что? Слива. Да не слива это. Это у нас маслинка. Маслинка. Ты знаешь маслинку? О, да. А вместо глазок мы возьмем ему... Он что, глазастый будет? Да, он глазастый. А вместо зрачков мы возьмем ему вот это, что у нас? Бубки. Бубки какие? Как называется? Это кукуруза. Как у юза? Мама, еще один зайчик. Давай. Вставляй туда. Опа! Такой у нас получился. Теперь нужно сделать ему нос. Ётик. Нос. Ётик. И рот. Нос. Сделаем ему нос из чего? Из гороха. Из гороха, правильно. Мама, что у него будет йод? О, так его ётик такой. И тоже есть такой. А так бывают языки? Языки? Да. Ну, конечно, бывает. Или зубы у него просто. То есть у него зубы и язык. Зубы и язык? Да. Давай сначала ему типа такие, как будто у него усы. У зайца есть усы? Нет. Нет усов? Как нету? Ну, мало нету. А что у него? Перед такой мордочкой. Ну, красивая мордочка. Красивая морда без усов? Нет. У него будет такая красивая морда. Хорошо. С усами. Усы, короче, тебе не нравятся, да? Нет, совсем не нравятся. Ну тогда давай сделаем ему зубы. Сделаем ему рот. Ну, мама, у него бывают зубы! Ну, мама, это бывают зубы! Ты хочешь, чтобы у него еще и зубы были? Да. Из чего? Из маслинки. Вот, смотри. Мама! Классный? Твоего сделаем тоже. Давай покажем, что у нас получилось. Вот, смотрите, какой-то у нас заяц получился. Мама. Что-то у него с ртом не то.
я так думаю. Но Варваре нравится, да, Варя? Да. Тебе нравится наш заяц? Какой-то он получился у нас странноватый немножко. Грустный какой-то он. Что у него случилось? Я ела, у меня нет зубов. Он, наверное, к врачу сходил к зубному, да? Как это грустный зайка у нас получился. Пока!